Красные ногти и классический френч – варианты маникюра, которые вряд ли когда-нибудь выйдут из моды. Но если очевидные нейл-решения уже не вызывают нужных эмоций, можно найти более интересные варианты дизайна. Имеются различные виды дизайнов. Мы стараемся следить за тенденциями, используем очень-очень различные виды материалов, используем гель-лак покрытие только одной марки. Мы уверены, что у клиента не будет аллергических реакций. Маникюр с изюминкой – беспроигрышная лотерея, которую нейл-мастера эксплуатируют вовсю и совершенно по-разному. В помощь им идут различные материалы и техники выполнения. Виды дизайнов есть разные, различные посыпки, втирки и ручная роспись. К тому же у нас очень много мастеров, которые обладают ручной росписью, которая не заменит никакие наклейки. Есть гель-лаки, которые называются «Кошачий глаз». Это сейчас очень модно. Гель-лак «Кошачий глаз», но дизайн будет выглядеть по-разному, потому что используются разные магниты. Однотонный маникюр уже давно перестал ассоциироваться с просто покрытием одним оттенком. Мастера вовсю добавляют различные фактуры, например, велюр, бисер или песок. Мы можем создать глянец на ногтях, покрытие просто топом. Также мы можем покрыть матовым топом, и ноготочки становятся матовые, не блестящие. Мы используем различные виды посыпок, которые придают фактуру, ленты, при помощи которых можно создать графику на ногтях. Есть огромное количество слайдеров, которые позволяют создать на ноготочках и объем, геометрические фигуры, полосочки, луночки, френчи. Все это мы умеем делать. И используем в своей работе. Стилисты советуют рассматривать тенденции маникюра в контексте с макияжем, ведь образ должен быть целостным и гармоничным.